Всем привет! Меня зовут Айсылу, это канал Юнирус, канал, где вы изучаете русский язык. Hi everyone, my name is Айсылу, this is the channel Юнирус, where you study Russian language. Today is the short video about interesting verb разбираться, and I always advise my students to remember the preposition that goes after разбираться в. Let's look. Давайте разбираться, что такое глагол разбираться. That's a hint for you. Разбираться в plus prepositional case means like to manage to do something, to be an expert, like to know good, to be good at something. This construction when we want to say like if you're an expert or you really know informed about any subject, any sphere, any knowledge in some area. Например, разбираться в математике, like to know really well math, to be an expert in it, to be good at this. Разбираться в IT. Разбираться в компьютерах, and this is what we use really a lot usually. We say, oh, я не разбираюсь в компьютерах, или я разбираюсь в компьютерах. Разбираться в классической музыке. Так, в классической музыке. Разбираться в русском языке. Like to know really, to be very good at Russian, to know it very well. Это глагол «разбираться». Мы очень много используем этот глагол. А вы разбираетесь в русском языке? Like, are you good in Russian? Write me in a comment. And let's look at the form, at the verb «разбираться». «Разбираться» — это рефлексивный глагол, возвратный глагол. That's why we change it according to the rule of reflexive verbs. If you don't know the rule about reflexive verb, check my video about it. I will put it in the description box so you can watch it quickly too. Let's look and repeat after me. Я разбираюсь. Я разбираюсь. Ты разбираешься. Ты разбираешься. Он, она разбирается. Разбирается. Мы разбираемся. Мы разбираемся. Вы разбираетесь. Разбираетесь. Они разбираются. Разбираются. А вы, ребята, вы разбираетесь в математике? Разбираетесь в IT? Вы разбираетесь в компьютерах? Вы разбираетесь в классической музыке? Вы разбираетесь в русском языке? Напишите ваш ответ в комментариях. Например, я не разбираюсь в математике, не разбираюсь в IT, не очень хорошо разбираюсь в компьютерах. Я не разбираюсь в классической музыке, но я разбираюсь в русском языке, потому что я преподаю русский язык. Я надеюсь, что этот урок был интересным для вас. Не забудьте писать комментарии, поставьте лайк. Спасибо большое. Пока-пока.